Сказки изливались из ее уст, как свежайший источник. Одна сказка сменялась другой, и Шахрияр не замечал, как текли минуты и часы. Мы привыкли слышать ее в исполнении симфонического оркестра, но настало время свежих идей. Впервые в Ульяновске сюита Шахерезада Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучит в исполнении оркестра народных инструментов. В тандеме с музыкантами выступит актриса театра «Анфант Рейбль». Татьяна Леонова прочтет под музыку сказки из цикла «Тысяча и одна ночь». Репетировала я дома под симфоническую версию. И когда я услышала то, что происходит здесь, это нисколько не то, что не уступает. Это какой-то другой объем, совершенно волшебные звуки. И они такие объемные, близкие и очень ложатся на текст. Вот там две сказки «Путешествие Синдбада-морехода». Я думаю, это будет интересно не только детям, но и взрослым. Симфоническую сюиту переложил на народные инструменты дирижер и художественный руководитель оркестра Артем Белов. Восточные музыкальные орнаменты русского происхождения гармонично вплелись в новое звучание. В этом уверен автор идеи. В народном оркестре музыка Востока звучит всегда хорошо, потому что очень близко по природе. Ведь среди инструментов народных восточных очень много именно плекторных, щипковых инструментов. На концерте исполнит первую, вторую и финальные части сюиты. Текст подбирали под музыку. Два путешествия Синдбада продолжатся историей о мудрой царевне-рассказчице Шахерезаде. О той, с кем сердце кровожадного царя Шахрияра познало любовь и прощение. Мы рассказываем о том, почему Шахерезада рассказывала ему сказки, то есть о том, что, в свою очередь, султан разуверился в верности женщин и казнил каждую новую свою супругу, то есть женился на один день и на одну ночь. И мы рассказываем о том, что Шахерезада остановила эту волну, будем так говорить, спасла много жизней. Артисты отрепетировали, скоро состоится премьера. Возможность погрузиться в мир восточных сказок и эталонных образцов классической музыки представится 20 февраля. Концерт состоится во Дворце культуры «Руслан». Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Улправда ТВ.